Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Wolverblade. Так, будем сегодня играть мы за танка. Ну что же, поехали, звать его Карадок. И вот мы здесь, ребятушки, с вами остановились, точнее мы, грубо говоря, вернулись обратно к себе в деревню. И миссия у нас называется «Глубокий Каледонский лес». Так, это у нас 8-й уровень. Так что вперед из песни. Вау! Вот это резня, ребята. Эпическая, я бы так сказал. Чувак подавился мечом. Так, барышня стоит у нас здесь. Ну, я так понимаю, сейчас ее, наверное, здесь схватит, скорее всего, или нет. Вау! Все-таки схватил, чепушила. А, вот как, связал ее вместе с детьми. Возле какого-то камня. Ну все, ребята, напросились, по-моему, да? Берсерк просто взбесился, я смотрю, там наш бояка с топорами, вообще кровавые руки. Ну? Где, что? Почему ничего не видно? Ага, бегут. Бегут на выручку. О, ё-моё. Старый бродяга, как же ты так мог пасть? У тебя даже меч пульсирует, я смотрю, а? Вот это ты храбрец. Так, ладно, ладно, дедушка. Все, нам некогда слушать твои байки. Нам нужно как можно скорее бежать и валить этих римлян. Потому что у нас семья в опасности. Так, они все такие злые, смотрите. Ох, в гневе просто. Естественно, мы за свободу. За свободу своей страны. Точно. Вперед! Вперед, ребята! Не понял, а эти что, будут со мной, что ли? Так, начинается у нас с тяжелой пехоты, я смотрю. По-моему, тут только я дерусь, блин. Эти вообще ничего не делают, только вон в блоке встают. Но, по крайней мере, они, ребята, мне помогают здесь, и это хорошо, это уже удачно. Так, иди отсюда, лучник, здесь тебе нечего делать. Под халиму бегут, а? Ах ты, черт подери. Да ты хоть будешь бить-то, а? Боец, ё-моё, только стоит сзади где-то. Ничего не делает, даже не шевелится. А вид такой грозный, ё-моё. Смотрите, просто вырезают здесь всех. Ой, это наши, по-моему, да? Да, наши, ребят. Копьишко только зря выкинул, жаль. Ну давай, вставай, олухи. Буду вас наказывать всех здесь. Так, отличненько. Ну вы будете драться, ну действительно, ну что вы стоите-то просто так и любуйтесь. О, наконец-то, хоть кто-то что-то сделал. Так, откуда они пусты? Со всех сторон, главное. Так, опять, вот этот самый поганый, который с щитом и с копьем. Блин, он меня бесит, если честно, потому что его не пробить ни хрена. А не слишком ли у вас тут много, ребятушки, а? Раздухарились, я смотрю. Почувствовали силёнки, что ли? Ага, вот так, лети отсюда, пташка. Давай, давай, боец, бей. Ну что ты стоишь-то? Вот, да. Интеллект АИ здесь, конечно, просто на высоте. Ну-ка. Ага, опять охламоны. Так, получил. Иди сюда, блин, говнюк. Смотри-ка, агат. Не бьется, пока я был под щитом. Ага. А теперь такой сразу храбрый, ё-моё. Не, ну мои ребята так, периодически помогают, но не с такой силой, как я на них рассчитывал. Оу, головешка с плеч. Чё ты вылетел-то? На, копьем. Буду всех копьем тыкать. И этих тоже. Вот так вот. Отлично. Кстати, урон у копья просто колоссальный, ребят. Обалдеть можно. Ну-ка, опа. Еще удар. Так, Бренус там что-то заорал у нас. Да что ты... А, они куда-то умотали, ё-моё. Представляете, а? Они оставили меня одного, чтобы я тут дальше дрался. Ну, так нечестно, я вам скажу. Иди отсюда, пташечка. Так, ну, в принципе, здесь и такие слабенькие есть войны, поэтому лучше их разбирать в первую очередь. Так, куда это мы с вами чесанули? Так, а это дерево я помню, ребят. Помните, когда мы в первой серии бежали, наоборот, с деревни? Мы... А, нет, там было вниз. Ну и фиг с ним.
Что такое? Что здесь? Драка там какая-то. Так, все быстренько переключились на меня. Так, иди отсюда, пташка. Блин, вот этот вот говнюк, который с щитом, да? Он когда прикрывается, его не пробить вообще никак. Черт подери, он мне еще ответку сделал, а? Так, это кто там? Это мой, что ли, там бегает, помогает? Точно мой, ребят. Ну, хоть на этом спасибо. Правда, его сейчас заколбасят. Ну ладно, хотя бы немножко на себя отвлечет солдат. Все, подбили его, да? Нет, смотрите-ка, жив, голубчик. А вот мы как раз подбили. Дайте мне взять. Блин, выбили у меня постоянно выбивать тесак мой, а? Так, лети. И этого сейчас тоже добьем. Во! Ух ты, какой у меня козырный, ребята, взят меч. Смотрите. Неплохо, я считаю. Блин, у меня, правда, очень мало жизни. Блин, где-то бы надо бы взять покушать себе. На-ка, копьишко получи. Сейчас я их тут быстренько раскидаю. Копье — это вещь. О, даже мой и то напарничек он добил. Малорик. Так, а сейчас, по-моему, он будет получать у нас, нет? Что-то там еще бьет. Слушайте, нифига себе, два раза ударом копья этого, и вот этот, который с щитами, просто падает на землю. Обалдеть. Вот смотрите, опа. Просто сразу пол хп отнял. Ай-яй-яй, и копишка кончилась мое. Еще и в ответку получил, блин. Нагад. Иди отсюда. Ну смотри, что происходит, а, ребят, ну никак. Оп, зато он мне легко прописывает. Но... Да что ж такое-то, а? Да вы достали, ребята, уже, в самом деле. Просто в корень. Да, вот эти вот щиты, руки, которые мы бросаем, это фигня для них. Вообще их не берет. Так-так-так, щенка упал. И опять мушрум. Ну понятно, что гриб ты сожрал. Мне бы вот этот вот свой меч поднять надо как-то, умудриться успеть. Так. Хе-хе-хе. Ну все, давайте его добьем. И возьмем свой меч. Так, вот эти вот нам нафиг здесь не нужны охламоны. Эти бегунцы. Плюс еще лучник здесь. Сейчас будет стрелять, гаденыш. Не тут-то было, олух. Сдохни. Нет, еще не сдох. И нифига, он мне стрелой еще, главное, тыкает. Хотя бы так, яблочки тоже у нас восстанавливают здоровье, правда, очень-очень мало. Так, нормуль. Зачистка у нас будет здесь глобальная. Так, ты заколебал, а? Чепушила. Сподтишка еще все делает. Так, вот этих давно мы олухов не видели. Так, тихо-тихо, уже смотрю, там метился, стрелять от меня. Так-так-так-так, ай, гад, с копьем. Причем копье у него, заметьте, двухстороннее. То бишь, с двух сторон заточенные. Да, неплохо. То есть, как ни кинь, все равно острие в тебя попадает. Опять выбили мне, блин, мой меч. Смотрите-ка, он это, выбивается у меня из-под удара, а? Я его схватил, хотел, думал, на лжбан прописать, а он вырвался. А-а-а. Ну все, гад. Получил? Нет, еще жив. Вот теперь он сдох. Так, бежим, ребята, бежим. У нас времени не так уж и много. Всего лишь 18:23. Нам нужно успеть до завершения времени. Опа, на. Так, куда побежал, Лука? Держится на расстоянии от меня. Чует, зараза, что меч может промеж глаз воткнуться. Вставай давай, не притворяйся. Я знаю, что ты шуткуешь. Да что ж такое, опять эти бегуны. Сбил говнюк. И довольный. Блин, еще и эти тяжи пришли. Фигово, фигово, блин. Слушайте, а по-моему, за использование суперудара, ребята, у меня тратятся жизни. Блин, и одну жизнь я уже потерял. Так, ладно. Косим, косим всех вот нафиг. Дай-ка отойдем, отойдем. Не бежит? Нет, не бежит почему-то. Что-то... А, вот, побежал. Побежал, да поздно, сынуля. Так, опять дерево, что ли, у нас здесь, да? Точно именно оно. Речушка здесь у нас какая-то. Оп, мы ее пробегаем. И... чекпоинт, да? Должен быть чекпоинт, ребята.
Легионер Центурион. Ну и что ты ржешь? Ты сейчас получишь от меня, да и все. Римские свиньи. Точно, блин. Так, а вот это, я так понимаю, ребята, главарь, что ли, их нет? Потому что он тут командует парадом. Никакого, ребята, чекпоинта не было. Это очень плохо. Ну-ка, вот так. В ответку, кстати, очень хорошо его бить. Слушай, да он достал уже, в самом деле. Смотри, что делает, а? И не подойти, не ударить, называется. И мои тутологи нифига мне не помогают. Но взялись ребята дружненько и положили их всех. Так, один готов, нет? Нифига, блин. Так, он еще стрелы здесь дает команду, чтобы стреляли по нам. Это хреновенько. Куда ты там побежал, а? Хм, спрятался там среди солдат? О, только смотри. Три чувачка. Это хреново для нас. Давай-ка вот так вот сделаем. Их со спины, да, не спорю, замечательно бомбить. Но лицом к лицу это бесполезняк. Так, туда к ним в тыл можно запрыгать, в принципе, да, и оттуда начинать уже их бомбить. Я думаю, так будет оно лучше. Ну что ты стоишь, на, иди отсюда. Дурилка картоновая. Так. Молодцы. Все дружно действуем. Не раскисаем. Держим строй, ребята, держим строй. Не даем им пройти. По крайней мере, живыми. Вот, это замечательно. Получи, гаденыш. Так, ах ты, хотел только бросочек сделать, а он меня откинул. Какие там победы вы ждете, а, римляне? Нет, этого не бывает, этого не будет никогда. Давайте-ка вызовем волков, у меня очень мало хп, ребята. И берса надо будет сейчас запустить. Давайте вот теперь поговорим по душам. Ну что такое-то опять, а? Как только я начинаю включать берса... Ох ты, ничего себе на нас тут бежит, арава. Ребята, сейчас, по-моему, будет жесткое месиво. Так. Фига, не смотрите, ребята, все простреленные, проколотые мечами. Ё-моё, неужели пали? Нет, такого не может быть. Не для этого мы проходим игру, чтобы вот так вот умереть безмолвно, неизвестно где... От руки римлян. Так что давай, вставай, старый. У нас еще впереди. Во. Вот это уже другой разговор. Ого. Это еще что такое? Да ничего себе, обезумели, ребята. Оу. Да ничего, оборотни, что ли? Вот это поворот, ребятушки. Они оборотни. Прикиньте. И что мы сейчас будем делать? Так, опа-на. Вот это поворотик, ребятушки. Я играю оборотнем. Жесть. А ну-ка давайте проверим, что мы можем сделать. Стандартные удары. Ну только лапами вместо меча. Так, отлично. Но по крайней мере, ребят, дамаг они делают. И еще тот, вы посмотрите, сколько мне приходилось мечами колбасить, сколько вот так вот он бьет. Просто на раз. Блин, а щиты до сих пор пробить не можем, ребят, к сожалению. Так. Есть у нас что-нибудь такое массовое? А? О, прыжочек есть. Так, замечательно. Ну что ты, олух, иди сюда. Я хоть тобой подпитаюсь маленько. О! Слушайте, в разы лучше и проще как-то играть им. И сильный он. Так что меня устраивает. Интересно, это он как будет перевоплощаться у нас по нашей команде? Или вот теперь мы так и будем всегда играть в оборотня? Интересно, вот мне просто знать. Ну дайте мне вот эту. Не могу достать, ребята, почему-то. Мушрум этот. Ладно, пойдемте дальше смотреть, что там у нас. Слышу звуки войны. Ох ты, у меня тут со мной... А, ну это, видимо, мои напарники бегут тоже в обличии волка.
чекпоинт, отличненько. Вот так, сейчас будем здесь всю эту деревушку бомбить. Иди сюда. Теперь мне на всех пофиг. Так, ага, вижу. Куда разогнался. Слушайте, а мне нравится играть с этим оборотнем. Довольно прикольно. Но, отличненько. Поджарил их. Яблочко мое. Смотрите-ка, стоят, кукуют, дуркуют. А? Иди сюда, олух. Буду всех чикать. Слушайте, я, честно говоря, не знаю, почему они так сделали, да, в игре, чтобы мы вдруг сделались оборотнями. Я вроде бы думал, что мы идем как по историческому факту. Такого в истории вряд ли было. Ну ладно, они, наверное, хотели показать, что брицанцы до такой степени были озверевшими, что их вот, наверное, изобразили в виде вот этих вот волков. Так, ладно. Готов, хламон. Ну иди сюда. Вот эти вот вообще, которые с мечами. Сейчас в данный момент просто полные салаги. Я их рву как хочу. Единственную трудность пока для меня представляют вот эти вот чувачки с щитами. А лучники и тому подобное шваль просто разбирается на ура. Удары, главное, что сохранены. Вот эти вот массовые. Прыжок. Ага, и бросок тоже есть. Отлично. Просто у нас нет в руках меча и щита. А так все то же самое осталось. Ну и, конечно же, усиленная атака. Так. Смотри, смотри, смотри. Там, блин, яблочко лежит. Мне до него не добраться, пожалуй. Потому что здесь со всех сторон окружили меня. Что ты лезешь-то, а? Хотел уже прыжок свой сделать. О, этот чувак где-то свой щит потерял. Без щита бежит. Ну давай, иди сюда. Че, понравилось? А вот и яблоко. Яблочко мне пригодится. Опа. О, бомжары пожаловали. Перевязанные. Это для меня, грубо говоря, сейчас в данный момент хлеб. Так, хорош тут копьями стрелять. Ты посмотри, а. Из-под тишка, блин, я его не вижу. Он бросает копье свое. Причем он бросит копье, да, и достает сразу же меч, кто у него в ножнах. Так, на-ка. Че? А, Рим-победитель орет. Ну вот уж хренушки вам. Иди сюда. Черт, эти лучники прячутся за чувачков вот этих вот, которые с щитами. И из-под тяжка сзади бомбят. Гады, а? Нервируют, честно говоря. Что ты там идешь? Меня не видишь, что ли? Я здесь. Голова с плеч долой. Да сколько же вас тут будет, а? На. Иди сюда, пухлый. Готов. Ты тоже. Отлично. О, третий пухлячок. Просто рву на куски. Так, бочки. Ну, здесь, походу, ничего не будет. Мне бы сейчас, ребята, миско не помешало бы, если честно. Жизни очень мало. Неохота тратить. Так, что тут у нас? А эти бочки я не могу подбить, ладно. Побежали. Так, Центурион, да, здесь дает команду опять какую-то. Опа-на, этот по мою душу, что ли? Да, видимо, так оно и есть, ребята. Готовят они там баллисту. Вот хмыри. Да ладно, успокойтесь, а. Сейчас я чувствую, по мне будет произведена стрельба. Я вижу, вон там чувак с зеленым иракезом стоит. Скорее всего, когда я до него доберусь, он будет командовать всем этим взводом. Ну-ка. Да что ж такое-то? Так, он без щита, ладно, хорошо. Всех нафиг. Ага, вот он, вышел. Ого. Ну-ка. Да что ж такое-то, посмотри, я его... Ребят, я его не могу пробить, он просто встает в блок и все. Ага, пробил этих. Черт подери, стрелой сбило меня. Здоровья очень мало. Ай-яй-яй. Печалька, ребятушки. Так-так-так-так-так. Вот, иди теперь, охламон, сюда, я буду с тобой разбираться.
У нас, ребята, Берс сохранился. Даже в обличии оборотня, как вы видите. Не, это очень хорошо. Смотрите, как мы просто их... Да ты посмотри, я не могу его пробить, он стоит... О, неужели получилось? Отлично, это я его в Берсе сколько калашматил. А теперь представьте, если бы я его просто бил. Да, такой вот у нас центуриончик был. Так, идите сюда, жирные. Смотрите, а баллиста-то потихоньку бомбит-то. Я думал, она уже успокоилась. Нет, нифига подобного. Все стреляет. Так, где-то еще должны быть вражины. Во, вот они. Так, один готов. И вот этого сейчас добьем тоже. Отлично. Так, что у нас тут? Груша. Побежали дальше. Тут осталось совсем, наверное, ничего у нас. Чекпоинт был недавно. Так что должен быть где-то уже недалечий босс. А кто здесь, интересно, боссом будет? Ну, узнаем все. Так. Пошел отсюда. Да ты смотри, а, брыкается еще. Гаденыш. Лучники, лучники пришли. Вот лучники меня нервируют. Эти, они как эти подхалимы из-под тяжка сзади бегают, начинают. Рим победит. Такие уверенные в этом, я офигесник. Нет, ребята, Рим не победит. Это я вам точно говорю. Он, по крайней мере, не в этой серии. И не сегодня, и не сейчас, блин. Так. Ага, смотри, смотри, стоят. Они с копьями, значит, будут бросать копье свое. Поэтому надо быть аккуратнее, ребят. Они бросят копье, а потом достают свои мечи и начинают уже мечами колбасить. Все, готовы здесь, да? Нет, еще не готовы. Еще, видимо, будет партия. И не одна, скорее всего, елки-палки. Но готов, хмыреныш. Ну что, все? Нет, не все, ребят. Да елки-палки, их тут дофига. Слишком много гадов для одного волка. Иди отсюда, жирный, что стоишь? Так, все, бежим дальше. Демонс, какой эти демонс, елки-палки. Рановато. Ребята, кстати, у меня тратится маленько жизни, когда я делаю вот этот суперудар. Так что, с одной стороны, даже и не выгодно его делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел яблочко там взять. Не получилось у меня, к сожалению. А нет, я еще жив. Я еще жив. Я же думал, сейчас подобьет. Ну, тут, в принципе, мне на один удар. Разок плюнул, я рассыпался. Готовы. Так, иди сюда, олух. О, ребята, мне бы до мяса дожить. Ну. Ну, бери ты ее. О. Вот это совсем другой разговор. А вот и хмырь с баллисты сидит. Ага. Мы дошли, видимо, до босса, ребята. Так, Центурион Примус Пилус его звать, вот этого вот хмыря. Я смотрю, у него, кстати, кроме ножей больше ничего и нету в руках. Ни щита, ничего. Так что будем разбирать его потихонечку. Надеюсь, у нас получится. Так, Вайф, хорош тут болтать, нам пора с ним драться. Ну все, все, я понял. Ты хочешь сказать, что ты такой крутой, у тебя вон нос покорябанный. Откуда-то же надо же. Пластырь достал, ё-моё. Тебя покарает сталь Рима. Ну давай, поехали. Примус Пилус. Так, что ты себе представляешь? Тихо, оп. Нифига ты. О, застряли у тебя ножички. Ну все, братиша, ты мой. Давайте, ребята, колбасить его по полной программе. Вырвался гаденыш. Ну, конечно же, как же без защиты, ё-моё. Было глупо предположить, что он будет здесь, ребята, один. Причем защита-то, смотрите, какая. Опа, застрял. Да, вот это хорошо, ребят. Это нам просто на руку. Блин, тут еще и баллиста бомбит. Ага. Так что некогда нам расслабляться, надо... Да ну нафиг, еще и с другой стороны это стрельба из лука. Не нравится мне такой поворот. Но нравится, не нравится, Пилус в ад отправится. Это я вам точно говорю. Опа. Так, давайте бомбить его. Пока есть время, нужно его жарить. Единственное, что мне не нравится... А, нет, смотрите-ка, все прокатило.
Как ни странно, я думал, сейчас будет баллиста бомбить. Вот она. Все-таки бомбит. Да отвяньте вы от меня, а, уже, гады. Со всех сторон прут. Опять он своими ножами. Так, застрял. Слушайте, ребята, может быть... Ай, может быть, берса включить, а? Так, погоди, погоди, погоди. Черт, по-моему, он сейчас меня тут заколбасит. И это мы у него отняли только лишь первую полоску ХП, ребят. Еще две. Все, гад. Ты напросился. Так, может быть, этих вызовем волков? Ой, как они мало отняли у тебя жизни. Такой поворот меня не особо устраивает, если честно. Блин, почему берст-то не срабатывает, я не понимаю. Я жму, ребята. Вот он донажимался, по-моему. Во, отлично, сработало. Так, где? Где этот говнюк? Вот он. Все, смотрите-ка. Ну, как бы не совсем хорошо. Но, тем не менее, это лучше. Что можно себе представить и сделать. Так, прыжок, застряли у него как раз под стать. Что-то как-то больно быстро выскочил, а? Смотрите, ребята, он, по-моему, уже в гневе, да? Моргает. Нет, не моргает, показалось мне. Но, по крайней мере, рожа у него уже не такая веселая, как до начала была. Такой хмырь, что-то... О, застряли ножички, все. Ты наш, да ё-моё, эти баллисты достали, если честно, стрелять. Прямо из-под тишка. Ха-ха, упал. Ребят, все, последнее. Что случилось? Что такое? Ого! Девчина-то вырвалась, ребята. Но, ух ты, она за меня будет, смотрите. Нормуль. Я так понимаю, ее, наверное, нужно защитить, чтобы ее не убили. Или нет? Эй, хорош бить! Хмырь, смотрите, уже моргает чувак. Он уже моргает, значит, он в ярости. Убери свои мечи, да я тебя пробью. Вот гаденыш какой-то, а достался. Какой тугой все-таки, а? Хе-хе, застряли мечи, все, ребята, колбашу. Давай, у тебя немножко совсем жизни осталось-то. Ага. Так. Ну, конечно же, вызывает охрану, естественно. Как же без нее? Но мне пофиг, я буду, ребята, его колбасить. Так, жизнь мне пока позволяет, так что все нормально. Ну что ты, гад, сдохни. Есть. Полет навигатора сделал, чувак. О, ну что же, прошли. Прошли мы, ребята, этот уровень. Так, ранг. О, три полосочки получили. Ну, что дальше? Вау! Ха-ха-ха, головешка такая. А чё ты это, морщишься, родная моя? Это же я, ёлки-палки. Ух ты! Это мы меч отдаем. Свой причем. И убегаем куда-то. Короче, ребята, видимо, получилось так, что... Он превратился в оборотня и больше обратно не может превратиться в этого человека. И ему пришлось уйти из семьи в леса. Но Рим решил, короче, отгородиться, я так понимаю, да? Ага. Сделать стену. Якобы неприступную, чтобы мы туда не смогли попасть. Хорошо, ладно. А мы стоим, да, и не можем ничего сделать. Хотя, по большому счету, нам эта стена не помеха. Оу, дети. Вау, наследство от отца. Опачки. И передалось проклятие какое-то, видимо, ребята. Интересно, ну и что же нас ожидает далее? Конец. В плане конец. Я что-то не понял, это прикол или... Да ладно вам, ребят, это фигня полная, а как же... А как же остальные миссии, которые я должен был пройти? А может быть, их там не было? Ух, ребятушки, конечно, я ожидал от этой игры намного-намного большего, если честно. Ну, раз уж конец, ничего с этим не поделаешь. Но в любом случае, мы прошли ее.
Игра мне понравилась, конечно, немножко она однообразная, но тем не менее. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И уже увидимся с вами в новых видосиках. А на этом все. Всем пока. До скорого, ребята, и удачи вам.